Громит, харе спать, давай думать, куда поедем отдыхать. Но прежде чем думать, давай-ка мы с тобой выпьем чаю. Громит, у нас весь сыр мыши сожрали, что делать? Слушай, я придумал, мы поедем туда, где есть сыр. Единственное место, где есть сыр, это холодильник. Давай ищи в журнале, где есть сыр. Все решено, мы летим на Луну, она же сделана из сыра. Думаю, мой песик и я поместимся в одной ракете. Да ёб твою мать! Что ж делать-то? А, у меня ж ленивая жопа там сидит. Эй, дружок. Я ему что, собака? Дожили, я что, подставкой для него должен быть? Мне бы каким-нибудь делом заняться, а не просто так стоять. Нужная хрень. Ну-ка, надо испробовать. Ой, что-то сильно как-то. Покрасим. Ты меня не закрась. Да ё-моё. О, свалят на Луну, хата наша будет. Ну все, песик, справились с работой. Все отлично работает, так что давай, стартуй. Ой! Громит, мы крекеры забыли. Как мы будем там жрать сыр? В сухомятку, что ли? Надо сбегать быстро. Ты что, 40 секунд до взлета? Ты серьезно? Сейчас, подожди, Ромич, сейчас, подожди. Не могу на это смотреть. Все, дружище, я успел, я на месте. Громит, как тебе не стыдно, аж стены трясутся. Пацаны, вот 3D смотреть. Это не я, это что-то мешает. Ни хера, мужики. Боже, когда мы прилетим, надоело эта херня трястись, ай. Ну пока летим, хоть карточный домик себе соберу. Скажи, сыр. Да ё-моё. Все, прилетели, остановка. Да блин, 2 часа коту под хвост. Громит, лови. Чё за херня? Ай, похер, пошли поляну накрывать. Ну чё, будем тестировать, каков сыр на Луне. Давай-ка. Послушай, это точно сыр пахнет пластмассой? Ну что, похож на Рокфор? Нет. Даже не знаю, что это за сыр. Давай-ка пошли в другом месте поищем. Гляди-ка, даже справочная на Луне есть. Кто что сюда поставил-то? Эй, открывай. Ну давай, консервная банка. Ой, громит. Если чё, ты ничего не видел. Хорошо устроились. Деньги сожрали и ещё молчат. Пошли, громит. Ой, не подскажете, который век. Сколько ж я спал прийти в твою раз. Кто посмел устроить пикник на моей Луне? Ну, сейчас я нарушителей арестую. Это что за хрень? Надо ликвидировать. И вот эту херню. Да что эти инопланетяне себе позволяют? Портят мое имущество. А где тут хрень? На моей Луне должен быть порядок. Как понаставят тут своих железных лошадей. Выпишу-ка я им штраф. Штраф за ржавое корыто. Так, а вот и сам нарушитель. И опять жрет мой сыр. Может, сейчас я кого-то дубинкой отфигачу за нарушение. Давно хотел взять ее в руки. Господи, я уже спать хочу, когда мы домой полетим? Ой, что это за херня? Вот тут вкус у этого сыра совсем другой. Берегись! Громит, ты что, не выспался? Ладно, все, поехали домой, мне тут надоело. Эй, нарушители, стоять, я с вами хочу, подождите! А, он охотится за нашим сыром. Громит, взлетаем. Громит, давай быстрее, пока этот киборг нас не арестовал за то, что мы его сыр стырили. Скорей! Какие-то страны открыли ваши копа. Почему тут так темно? Ё-моё, ничего не вижу. Надо включить свет. Опасность. Господи, что это? Ай, опта! Вот и стал я, наконец, на год старее. Так, а этот чё не просыпается? Громит, я проснулся, неси завтрак в постель. Да не, погоди, я хотел в постели пожрать. Стой, остановись, а! Кстати, Громит, нам почту не приносили?
Да, и там за каждый листочек надо бабки платить. Ух ты ж, ни хрена, мы ж вроде трюфели не жрем, вдвоем живем. Придется опустошить твои карманные расходы, потому что у меня денег ни копейки. Громи, ты чё, сдурел? Осталось 3 рубля, я тебе когда деньги давал? Вчера. Что ты с ними делаешь? Блин, я же забыла, я у тебя их забрал для подарка. Ой. Что? Вот с днем рождения тебя, мой дорогой песик. Ты чё, сдурел? Я ж несовершеннолетний. И чё мне с этим делать? Ну давай помогу, раз ты не знаешь, что с этим делать. Вот теперь видно, что ты у меня домашний. Ну и где ты делся? Ой. О, господи, кто это? Ходячие памперсы хотят меня убить. Громит, представляю тебе новые современные технологии. Эти штаны я сделал как раз таки для тебя. Будешь с ними ходить на прогулку. Удачи прогуляться, не потеряй штаны. Блин, ну совсем с ума сошел. Я что, выгулиться сам не могу? Кайф катается со своей собачкой. Лучше бы я Громита оставил с этими щитами. Сам бы гулял с этими штанами. Да тихо ты, не тряси меня. Ну чё, а как тебе мой подарок? Боже, зачем ты на эту ерунду деньги только потратил? Лучше бы уже за хату заплатил. О, к нам гости. Громит, знакомься, это наш новый сосед. Господи, кого ты приволок? Что-то какой-то он странный, где-то я этого пряника уже видел. Прошу, пожалуйста, вот ваша комната, располагайтесь. Херня. Подождите, стойте, я не думаю, что здесь можно расположиться. Вы понимаете, что это комната моего домашнего животного? Мне похер, я не брезгливый. Да ладно тебе, Громит, зато мы за твою комнату знаешь, сколько бабла получим, пока он у нас живет. О, смотрю, ты этим штанам нашел другое применение. Ну ладно. Нихера залез. Чё ты на меня уставился? О боже, ну и подарил господь соседа. Будет он у меня двойную оплату платить за такое. Но я ему сейчас устрою. Слышь, сосед, выключи свою шарманку или проваливай отсюда нахер. Он вообще спать будет сегодня или нет? Не, нормально так, электричество тратит. Господи, покоя нету. Ай, когда же она туда вылезет? Доброе утро, Громит. Прошу, господин, наденьте тапочки, а то замерзнете. Ой, благодарю, сосед, не стоило. Офигеть, даже я до такого не докатился. Извините, еще не за вас. Ты не охренел часом? Эй, Громит, тебе не кажется, что у нас очень хороший гость? Ну, петушара общипанный. Ну и ладно, раз ей больше не нужен, пускай он сам тапки ему приносит. А что ж насмотреть, как этот петух подлизывается. Сладких снов, пингвин. Наконец-то свалил, как я долго ждал. Теперь настала пора осуществить мой грандиозный план. Ну все, я проснулся, утро уже. Ой, как же мы вчера вкусно поужинали. Стойте, подождите, это ж не те штаны, где мои штаны? Громит, и куда ты дел пульт управления этих штанов? Стойте! Громит, ну прости меня, если я тебе что-то не так сделал. Только вытащи меня из этого говна. Розыск, опа. Вознаграждение. Походу наш клиент. Громит, прошу, вернись домой. Громит, вытащи меня из этих штанов. Чего? Они сломались. Нету пульта управления. Я не могу их остановить. Помоги мне. Знакомая морда. О, это же наш сосед. И пульт управления. Какого хера он у него? Ой, все, надоело. Забегоняли меня эти штаны, надо спать ложиться. Ну спи, все равно тебе силы понадобятся. Че этот нелетающий хер задумал? Надо проследить, что он будет делать. Так, высота вроде норм, полетели. Нихера! Так, длина окна. И залезет он со своими штанами сюда. Так, надо бы выяснить, чем он тут занимается. Не, он что, совсем оборзел? Еще в моей комнате тут ремонт решил устроить. Какая безвкусица. С косточками бы лучше смотрелось. Так, стоп, это что, это план музея? Выставка бриллиантов. Он что, решил ограбить музей? Ой, блин, надо валить. Спит? Отлично. Что он собрался делать? Так это ты, петушара общипанный, в объявлении висишь. Так, поднимаемся. Ой-ой. Не-не-не-не, стоп, подождите, куда? Ой-ой, беда. Так, стартуем вверх. Хорошо, что ему снотворного подсыпал. Ой-ой, ну сейчас... Вот он, мой камушек. Ой, пока вроде все нормально. Что, ямба? По-бырому. Фух. Так, чуть-чуть... Пролить. Yes! Так,
аккуратненько. И черт! Ловим. А? Ну и что сейчас будет? А, где я? Что происходит? Громит! Где я вообще? Не понимаю. Я, наверное, сплю. Черт побери, да где я вообще? Небеса великие, спасите! Да, а ты вообще кто? Сколько можно? Я сообщу в органы. Я обычный уважаемый гражданин, какого хера вы меня заставили воровать? Фух, башка вспотела. Упаси Господь, это что, ты? Так, вытащи меня живо из этих штанов. Я не могу, у меня в них задница вспотела. И какого черта ты меня в новый шкаф поставил? Я же его все-таки на Wildberries заказывал. Куда спешим, петушара? Стоять! А теперь вали к своему хозяину. Ну здорово, Громит, давно не виделись. Ты там осторожно своими лапами, а то сейчас током нас как шандарахнет. О, господи. Эй, ты куда полетел? А ну иди сюда. Громит, смотри, а то зашибу. Эй, мудачела, лови пуль в лоб. Отвалите, пацаны, а то вам хана будет. Громит, я бегу на помощь. А ты там что лякаешь? Эй, петушара, а ну отдай, это тебе не игрушка. Ой! А, ты еще здесь? Громит, оставь его мне, нам еще кредит платить. И погляди-ка. Ну что, пока. Эй, иди сюда. Пока-пока. Громит, рельсы заканчиваются. Спокойно, у меня все под контролем. Осторожно, Громит, стой. Тихо, яйца прищемишь. Ага, попался. Чего? Давай, Громит, поднажми-ка. Смотри-ка, петушара умеет летать. Молодец, мы его поймали, и теперь мы оплатим кредиты все, ура. Давай, Громит, вези его в будку. Думаю, 5 лет лишения свободы ему пойдут на пользу. Все, Громит, с этого момента больше никаких жильцов. Пользы никакой, а проблем вообще не перечесть.